ребята, всем привет. Итак, скоро, скорее всего, будет листинг монеты HOT, который мы добываем в HOT Wallet. Честно говоря, новость появилась в Твиттере, в X.com, да, сейчас я вам ее покажу. Ну, для начала, во-первых, новость о том, что запускается блокчейн. Здесь вот как-то все говорится такими намеками, да, что вот они пишут: мы знаем, что вы расстроены из-за рынка криптовалют, но даже в темные времена мы находим искру надежды, блокчейн, которого все ждали, будет запущен на этой неделе. Вы знаете, какой именно? Ну, кто-то, может, знает, кто-то не знает. Ну, скорее всего, HOT это блокчейн, получается, да? Так ли это или нет, вот уже на этой неделе мы узнаем. Здесь осталось времени не так и много. Ну и вот следующая новость с намеком, опять же, на то, что будет листинг монеты HOT на OKX в августе. Будет это или нет, ну, если блокчейн запускается, то понятно, что и листить монету также нужно, собственно говоря. Ну, то есть что, получается, мы сможем вывести монетку на биржу, которую мы намайнили? Вот это, конечно, хороший вопрос. Если они никаких ограничений на вывод не поставят, то все будет отлично. Я думаю, мы сможем вывести и обналичить монету HOT. Ну, а у меня на этом на сегодня все. Всем удачи, профита, всем пока.